Нет у меня жилья постоянного. Живу у подруг, у друзей, где придется как бы допустят. Но сейчас никто меня не пускает, потому что уже родители говорят, то, что против, что я постоянно прихожу. Говорят, то, что у них в бюджете как бы 37 миллионов, и как бы туда я не попадаю. У них стенки на дома строятся, ну, строятся, но я нигде не попадаю. Я не знаю, что мне делать. На работу я устроиться не могу, на учебу тоже, потому что у меня нет прописки. Из-за прописки я не могу ни сим-карту не восстановить, это не восстановить, даже не подключить, ни ННН не получить, никуда, как бы у меня везде пути закрыты. В Медведево. Они мне еще сказали, как собрать, кому обратиться. К адвокату обратилась. В Медведево мне дали государственную, но от него тоже толку никакого. Вконтакте увидела объявление, написала комментарий о своей ситуации, то, что я сирота, никто не помогает, ни родственников, никого нету. И как бы номерами обнялись, извинились, и я пришла. Попросила о помощи, у них, наверное, никто не поможет.